Музей. Да. Типа вот с горы принесли. Может, отмочить до варенки заказать? Можно. Ну да. Блядь, дебильный, но. Ой, видишь? Давай его положим как-нибудь, да все. Подумал, сейчас забьем бы кипиша. Давай, пробуй. Да. Держи его, короче. Так он лежит уже. Вася, где ты его взял, баронета? Ну, о, с леса пришел, но загулял. Загулял, да? Я только уходить собрался. Хуяк, нахуй, казак кидается через забор, глядя, стоит. Я, нахуй, за ним, он между деревьев застревает. Я тебе на телефон звонить. Вон, иди, да, твоя. И все. Твоя, казак. Нож, блядь, надо, а то у меня не получается ножницами. Под конец там, где толсто идет, он очень натуха идет. Ты потихонечку бери. Может, у Игора легче получится. Ну, я тоненький буду слезать. Да, где вторые ножницы? У его. Ты ближе к шерсти бери, ну. Ну, ближе уже, чтобы шкуру не поцарапать. У меня есть лента нева, замотать ей боль. Как ты его назовешь? Это он. Он? Да. Как мы его сейчас придумаем? Чтоб повёчина наша. Увидишь? Ёб твою мать. Ножа надо. Ой, как дело пошло. Смотри, только шкуру не порежь. Дам до шкуры еще. Мясо, ну. Глядим, какое свежее. Не дёргайся, стрижем. Да, тут стрижка серьезная. Сколько, интересно, времени понадобится. Полчаса точно. Каких пол? Ага, за полчаса это все отделайся. Что, обосраться можно за полчаса? Да ну кусками висит, ну и срезаться будет кусками. Почелеще будет ему жить от этих лохманов. У меня же комары долбят. Кровище с ног льется. Ля, жизнь. Не дергайся, то в горло ножа отвертку. Что, ты по шкуре режешь уже? Хуя знает, нет, там я режу. Жукал, сейчас серенькая, старенький. Старенький? Угу. Молодой, да беленькая, уже сероватая. Отгулял сюда. Скоро только конфетки можно ждать. Хотя не найдешь так. Нет, коньки. Ёпта мать. А где ж тут что, блядь? Хотя бы с большего, да? Хоть. Хотя бы нам килограмм 10 скинет, хально. Увидишь, как ножом оперативно везется. А ножницы, как дебил, этот кусочек полчаса трожь. Тебе хорошо, ты в джинсах. Мы тут под вечер комары долбить начали. Давай назовем его Рома. Рома? Ролан. Mm-hmm. Давай Ролан. Ролан? А что за Ролан? Типа Ротан. Ты не забудь, как вести. Какой вкусный был. Когда его и готовили. Мощные у него рога, да? Да. Рога. И мне такого рога одного, ручка на зонтик или на нож. Вот кусочек такой вот. На нож ручку такой вот, классно. Охуенные ножи, блядь, получили бы, да? Да. Ты же, Вася, будешь тебе надо овечку купить какую-то, да? Ну да, что-то надо будет точно думать. И ты думаешь, что он козу покроет твою? Не, коза не даст. Коза не даст. Это не та, ну, не та смесь жизни его, наверное. Короче. Коза, это ж баран, это ж. А вдруг скрестишь, получится. Не дергайся. Ты прощупывай там, чтобы шкуру не резать. Да не, гляди, что кусочек. Если резанул, нихуя не будет. Ну да прям таки, ну. Давай тебе резанем. Да, я попал он в дикую природу, да, и не вычислился он об деревья, да? Да не, набрал только больше. Видать, это на коровнике втёхался, но старых деревьев он такой комбикорман на концах, или говно нахуй, или комбикорм. Видишь? Mm-hmm.
Ну что, сейчас объявочку на деревень, пару штук нашли барана. Ситачай баран, может продаешь? Покажи сколько сразу. Во. Валя себе кусок. А этого кусок оцени, покажи, какой еще. Надо шоссе еще по порядку ты взял. Во. Это там... Мусора лежат. Так прощупывай, чтобы только кожа не цепанулась. Кожа вон. Но. Хотел с большего обрезать. Да, ну чтобы ему легче стало, да? Ой, да ему. Это будет быстрее бегать, может, что от меня тут? Яйца не отрежь. Яйца. Самое. Что у него будет? Это хуйня. На таких комкете, клумки. Вот теперь здесь три штучки висит. О. Какой-то пуделек получился. Их вообще запоздал он как-то со стрижкой, но. Не попал в барбершоп, да? Зимой. Зимой зато тепло, блядь. Ебал рот такое тепло, но. Может, мне одеяло хотелось его сделать, но. Или просто не классно.